Всем доброго дня, господа. Сейчас будем менять дисплейный модуль на Galaxy 8. Принесли мне два телефона на замену дисплейного модуля. Стоит он хороших денег, несмотря на то, что телефон уже около года, может и больше даже, не знаю, не слежу за новыми моделями. Помню, что менял 8 плюс, выкладывал на своем канале что-то около года назад приблизительно. Итак, предварительно, конечно, его поставил на сепаратор, разогрел заднюю крышку. И она остывает. Если она совсем остынет, то придется ставить опять. Крышка очень тонкая, плюс надо иметь в виду, что там у нас еще шлейф с разъемом, который идет от датчика отпечатка пальца. Не повредить его, аккуратно снимаем двусторонний скотч. Температура падает. Шлейф у нас достаточно короткий. Можно оторвать, если сильно дернуть. Он, я думаю, его видно уже. Аккуратно давайте его отстегнем. Вон он, шлейф. Аккуратно его отстегиваем. Снимаем винты. Цена на сегодняшний день дисплейного модуля на Samsung Galaxy S8 составляет у нас 182 евро. Оригинальный дисплейный модуль. Ну, плюс работа. Кто-то берет 5 евро за замену, кто-то 50. Снимаем винты, все одинаковые. Стараемся не трогать линзу камеры. Ни к чему ее лишний раз лапать. Как следует протереть ее будет достаточно сложно. Несмотря на простоту движения, казалось бы, поэтому лучше ее просто не трогать. Снимаем модуль верхней антенны. Нижний. Стегиваем батарею.
аксиальные. Запомните так, на всякий случай, как они идут, потому что ребята, которые меняют, обычно путают. Белый у нас идет сверху и синий у нас идет снизу. Не путайте расположение. Белый у нас идет сверху. И он, ну, они приблизительно одной толщины. Достаем слот. Так, больше у нас здесь ничего нету. Стегиваем нижний модуль, шлейф. Системка Galaxy S8. Так, далее нам нужно снять батарею. Она, по-моему, достаточно сильно приклеена, я уже и не помню. Не каждый день приходится менять дисплейные модуля. Да, давайте, наверное, лишний раз поставим на сепаратор, разогреем и снимем батарею на горячем дисплейном модуле. Итак, новый дисплейный модуль. 182 евро, как я уже сказал. Идет уже с верхним динамиком. Тут все проклеенное, все, что может быть, состоят защитные пластики. Передняя камера, датчики. Тут у нас паста охлаждения, тоже заклеенная. Микрофон. Все как положено оригиналу. Сам дисплейный модуль, стекло заклеенное, как видите. Так. Ну, разогрелся у нас сломанный дисплейный модуль не сильно. Попробуем снять. Аккуратно. Сразу отклеился. Не очень-то и сильно он был приклеен. Ничего не деформировали. Батарея снялась отлично. Тут у нас находится такая вот, такой вот скотч. Я считаю, ни к чему сильно приклеивать батареи. Скотч должен быть средним, не сильным, не слабым, чтобы можно было легко заменить все это дело. Так, давайте перенесем все старого на новый, аккуратно, не спеша, ничего не путая. Начнем с нижнего модуля. Винты на нижнем модуле чуть-чуть покороче. Не надо путать их с основными. Одной длины. Разъем наушников. Аккуратно снимаем нижний шлейф.
сразу переносим. Синий снизу, белый сверху. Стягиваем, ставим обратно винты, еще здесь не перепутал. Да, вот этот винтик я рано закрутил, он у нас идет вот сюда. Так, господа, ко мне пришли, я отключаюсь. Итак, господа, продолжаем. Приходили друзья ко мне. Со своими проблемами, со своими проблемными телефонами. Итак, что мы делаем? Мы переносим на новый дисплейный модуль все, что положено. Начнем с вибромотора. Жестко сидит он, еле оторвал. Снимаем систему датчиков. Далее передняя камера. Приятно работать, конечно, с оригиналами. Все стоит, все ровно. Никаких лишних движений. Так, ну вроде все принесли. Ставим системку. Щелкиваем нижний модуль, передняя камера, датчик,
дисплейный модуль, коаксиальные кабеля, сим-слот, батарея. Нижний модуль. Обращаем внимание на клипсы. Тут их много по периметру. Можно включить телефон. Батарею вроде подзарядил я. Средний винт. Так, осталась у нас крышка. Крышку предварительно прогреем феном, потом понятно, что двуставный скотч потерял свои свойства, конечно, не на все 100%, но он уже не тот, поэтому давайте его прогреем. Затем нанесем клей на корпус. Будет держаться и довольно неплохо, если мы без клея прилепим крышку сейчас к корпусу. Но так, чтобы уж прям конкретно, качественно, и чтобы пыль там всякая не попадала, давайте аккуратно, тонким слоем по периметру нанесем клей. Совсем чуть-чуть.
застегиваем. Отпечаток. Немного неудобно. Слишком мало пространства. Но сделать можно. Застегнули. Все. Все, дисплейный модуль заменен. Благодарю за внимание. Замена несложная, но все равно нужно быть поаккуратней. Особенно с теми девайсами, дисплейными модулями, которые стоят таких денег немалых. Всем спасибо. Я на связи. Подписывайтесь. Жду комментарии. Всем удачи.